Естественно. Такая прям. Там то так есть, сочно втаскивают. То есть они тебе не нравятся, но ты их рекламируешь, да? Ага, понятно. Я тогда был маленьким. Точнее, не маленьким, а студентом голодным. Блять, не додержал. Обидно. Я внизу. Да, не досчитал до пяти. Так, а что, все умерли? Нет. Где-то кто-то бегает лишний. И кто-то с оружием бегает. Я туда гранату кинул. На третьем этаже. Блять, разлегся тут. Там, так, по-моему, кто-то присел, сейчас музыка заиграет. А, ребята! Он наверху у меня. Гайз, вы где? Гайз. Ты жив, нет? Ну он меня добьет сейчас. Ну ты ебись, ну он добьет тупой, ну ребята. А! Я иду, справа. Иду. Помогите. Ярчик, давай ко мне, мы катай наверх. Ой, бать. Есть капитан! Маки, чувствуешь, что пахнет чем-то нехорошим? Фу, блять, просто. Ты обосрался. Я думал, блядь. Я его отпугивал. У меня рефлексы сработали. Скуз, блядь. Ну, Ярчик, ну оставь бустиков-то, а, без хп человеку. Все спиздил. Оба, а я даже бинты спиздил, умираю еще. За это ты знаешь, что получишь, блядь? Что? Вот именно. За бинджи на что-то. Че, почему я не за бинджи? А, на пятерочку вообще. Так, блядь. У меня есть 8 бинтов и одна аптека. И флешка у тебя еще есть, кстати. Так, я не понял, кому нужна аптека? Мне. Хуя не видел. Я что-то не вижу тебя рядом с собой. Сейчас, подожди, надо выставить как-то золотой. Я не вижу тебя рядом с собой, с открытым ртом, с спущенными штанами, и все. Ой, ну блять, ну сори. Короче, я на ринге бросаю 8 бинтов и эту аптеку. Деритесь. У меня еще 5 штучек бинтов есть. Мне бы не помешали, да. Помазать, бля, попу. Да. Хренушки! Аптека, спасибо. Миша, я бинтами. Проб... Мы должны драться с тобой. Спасибо большое тебе за самоотверженность. Мы вышли на ринг, нельзя уходить с него вдвоем. Cool story. Поэтому я убежал первым. Тут ВСС наверху лежит. Ходит слух, что ультимативное оружие. Я ультимативное копил. А как же вот эти дурацкие истории, когда на ринге дерутся, а потом зачем нам драться? Ведь жить в мире лучше. Это не из этого кино. Да, это не про нас. О, Кармич подъехал, кстати. А про вас это что? Про нас это... Санёк, въеби ему еще разок. Чё-то стоит пока что. За себя и за Сашку. Надо кому-нибудь холограф? Надо нормально. Мне надо. Надо. Поношу его для тебя в своем заднем кармане. Поноси его для меня. Поноси его. Чёртов голограф. Не прицел, а говно какое-то. У меня, кстати, второй жилет для вас есть, но я его не принесу. Это все. Вот мечты. А нам и не интересно, чё-то жилет. Так, да? Да. Лучше для мужчины нет. Ну и ладно. Лучше для мужчины нет. Жилет. Жилет. Ну не так оно. Ты уже сам что-то рекламу сочинил. Лучше для мужчины нет. Жилет. Ты думаешь, его остановит? То, что это было не так. Жилет. Ты же не особо не... Желе. Лучше если в рекламе нет. Так было. Почему здесь реклама вообще? Чао, забери свой холограф. Жилет. Мне давит на попец. Мужчины нет. О, да. Этот вектор скинул, кому нужен? Вектор, ты вектор. Все, а вы знаете. Опа, мама! Мое уважение. Сейчас мы ему... Сука, макатай 30 минут. Пошел ты. Я давай так, я это хилюсь, что? А ты поднимай. Почему он сидит? Давай ты прикрываешь я, нас, Яр. Он бегает.
смысле, я прямо настреливаю его. Бывает, да что ж такое-то? Ты чё, блядь, жрёшь-то так быстро? Можно саламандра? Пацаны, есть аптечка? Бля, все сожрали, блядь. Есть, есть. Понимаешь, это ж не я, это ты жрал. Анатолий, где ты? В смысле я жрал? Анатолий? Я тут, а тут, а. А я жрал, а я жрал. Бля, от души. От души за такую аптеку. Ходит ведь первым аптеками закармливать, блядь. Не отрабатывает их. Да в смысле, я байчу, да, вы потом убиваете на изи всех. Между прочим, фейс-чек. Если бы не я, кто-нибудь другой бы пострадал. Я только что перезарядил пушку, но я держу в курсе. Кто фейс-чек? Главное, в тачке не перезаряжайся. Да-да-да, я понял. Неловкий момент. В этот раз всего лишь дверь закрылась, что будет дальше, я не знаю. Ярлов. Макатай на туриках перезаряжался обычно на F. Старые добрые. Турики перезапустили, блядь. Он написал, бля, братан, фиаско. Они там тупые старые. Меня не должны запомнить таким. Я один раз перезародился на турике и на ту кнопку. Не один. Ну и все, как бы. Не будем говорить, что ты был, что было это время за рулем. Закуплено. Перезагрузиться, перезаряжаться в это время не мог. Ну. Будем считать. Ебучий север, который помнит. Remember. Посмотрю на вас, когда вы до моего возраста вот доживете, будете пытаться тащить. Бля, ну, я только есть по второму кругу, мы катаем. Что едет? Что-то уезжает, что-то уехало. Вот там мы катаем, поверил в себя. Я дерзкий, блядь. Тупо дерзкий, блядь. Я осознал, что я старше. Я значит сильнее. Ой, тут аптек прям. Сильнее, там за руки ни с кем взяться не хочешь. Это делает нас сильнее! Ау! Воу-воу-воу! Макс, пойдешь тебя еще разок, ебани ко мне в голову там. На балконе. Вместе! Мы сильнее! Прыгнул с балкона, дал метку. Да. Я иду его ебать. Он к ангарчику налево 130 ушел. Что он так сразу перестал стрелять-то, когда я на него посмотрел? Ну это явно. Это явно ты его и напугал. Братан, когда какой-нибудь предмет это, между глаз вот чуть выше носа подводит, тебе сразу так типа давит на лоб. Вот он почувствовал просто давление, сразу и свалил. Я взглядом его убиваю. Взгляда. Сердечко, да. Сердечко. Слушай, я видел такое в порно. Смотри, это минус порно такое. Есть порно, которое ты не видел? Есть видео, где он это делает. Учитывая то, что я видел с птеродактилем и с карпом, не знаю. С кальмаром видел? Карпом? Блин, а с мэджи карпом? Или я видел с дельфином. Ау! Чё, бля? Роб, пожалуйста, не умирай. Или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай. А я не думаю, что... Межвидовой с дельфином. А я вот думаю, что в лобби. Да чё? Да лепес. Что у вас там происходит? Я хуй знает. Хочешь? В пачке две пятерок. Хочешь? Где он был, Макиш, блядь? Пушку. Один на втором этаже, другой здесь в ВЛГ. А. Ой, Макатая хейтят. Кто? Ой, очень далеко. Пушку. Так далеко, что я не вижу где. Свой хэт-3. Свой хэт-3 кожаный мяч? Ты чё, Букин, блядь, Гена? Почему я его не вижу? Должен видеть. Покажись. У меня есть право не отвечать на такие вопросы провокационные? У вас есть право не отвечать на такие вопросы. Хранить молчание. У меня есть право откусить шанишку. Он лежит, стреляет, алло. На фоне дерева. Он вообще не по нам. Не, он сюда хейтил, я видел. Просто уползает лежа. Блять, лежит человек, стреляет. Он игнорирует нас. И
Игнорщик. Он как лежал, так и уполз за угла. О, дропщик падает метров 300-400 на 70. Выезжаем. Сколько, сколько? Тут мотосайкл есть. 310-400, так лучше? Увернулся. Что у вас там во рту мешает? Шанишка. Виспер, блядь, а ну тормози. А чё? А то у тебя слишком много колёс. И ХП. И ХП, да. Меня сейчас убьют, не переживайте. Вы всё равно залутаете первым. Но мы не переживаем. Убьют 100%. Теперь можно сомневаться. Одно, что я не вижу, куда ехать. Я вижу на 65. На 75. Метку залку поставил. Меня рендзон очень пахнет. Блять, он в итоге сделал круг и приехал обратно. Аирдроп-то? Ну если бы аирдроп. Там тачка стоит в поле. Я не думаю, что это может что-то значить. Вряд ли в этом компаунде будут люди. Забей, я... Просто беги. Аналитика, блядь. Я вижу машину, я не думаю, что она есть. Да-да я, блядь. Ну-ка молчи. Спонсор, блядь, ебать. Такой-то, блядь. Какие там чипсы были? Передаю привет нашему этому, блядь. Русские Антошки. Русские Антошки, блядь? Да нет, не отмечали что-то. Картошки? Что-то как-то не сложилось. Да я говорю, я к ним захожу, говорю, когда. Они что-то это игнорируют. Они просто набухались в говно, все, никого не позвали. Чувак. Стоит на 170. По-моему, это из этих катающих ребят. Ну потому что... Чувак, ребят, слева на 50 бежит. На дропе. А может и нет. За дропом прям, ребят. Метку дал. На 40. Куда стрелять, да? Так у нас сверху, чуваки. Похуй на дроп. Но он с бачок настреляет. А, убегает обратно в кемпеунд. Да. Все, он залутал, убежал. У нас сверху типа рассинулись типа сильно. Нокнул красиво, чувака, красиво, ребят. Красиво. Там еще правее М20. Чего, бля, Мак, я говорю, что сверху, блядь, ебут. Так, мы по ним и стреляем. Да мы давно же с ними стреляемся. Мы там нокнули наверху вообще-то, челик. Еще до того, как ты шанишку в рот положил. Понял. Яр, мне бы похилиться. Смотри, чекайте, пацаны. Полетело. Колби. Чё-то никуда-то не прилетело, да? Чё-то спасателей не было. А мне сзади бахает. Пулемёта, походу. Если чё, я баха. Ты съел все... Ебахает друга, чувак. Яр, ты видишь кого-нибудь? Пока не вижу. Тут там сортирчик. Неподалёку. Они исчезли, растворились. Не-не-не, а бегут, по-моему, 10-5. Да. Нок? На 210, Яр. За деревом. Калёный за деревом, Яр, надо подождать. Он очень калёный. Я угол беру, слева сейчас будет. А можно поставить, пожалуйста, поставил. На этот? На. Ну, типа, как это называется? Чтобы, когда ты стреляешь, у тебя метка автоматически ставилась. Ой, блядь. Так, ну, это не всегда круто. Ты не сможешь не поставить его, не выстрелив, типа. Иногда надо дать инфу, а потом начать стрелять. Вообще-то ты ставишь в правую колонку, левую кнопку мыши. А, двойным, типа, и так, чтобы... Да. Не знаю, в принципе. Меня так учили. Во Вьетнаме. Так, а почему у тебя не стоит? Тут все? Стоит. Ну, Макатай в эфире такие вещи не обсуждают, знаешь. Но извини, здесь нет секретов для любимой аудитории. Так что давай всю. Все на стол выкладывай. Почему не стоит? Есть что-то лучше X3, а то на SR-очку. X8 есть здесь. Нужен X8. А можешь взять его? Донесешь? Не могу. Ладно, нет. Бегу. Да я первый добегу, ты не переживай, я первый бегу. Ярчик, подбери, пожалуйста, чтоб не украл у нас Макатай. А, нет, это не X8, я перепутал, это пламегаситель. Подбирай. Это пламегаситель. Я перепутал, пацан. Блять, слушай, ты чё, гонишь, что ли? Бля, не было, Мак. Реально не было.
Какая у тебя иксовка, Мак? Четверка? Наша шестерка. Все, он обиделся, братан. Смотри, убежал, втатил по тапку. Давай еще, дорогая ложка к обеду. Макатаушка. Держи X8. Эй, ма! Обижайся. В этом мире слишком много X8, чтобы я разменивал свое время на X6, блядь. Слишком много X8. А вы сейчас смеетесь или у вас двери скрипят, блядь? А? Чайки кричат, я на море. Понял. Я вот, у нас смешно, у нас в Питере почему-то чайки кричат, сука, даже далеко от воды. Вообще, они кричат, сука, ты говоришь, а сука, ты далеко от воды. Открываю окно там, сука, сука. Дрессированные чайки такие. Челик тупо ходит туда-сюда и стреляет. Соседи говорят мне, что это чайки. Ой, больно. Это говорят те соседи, с чьей стороны у тебя стена не шумоизолирована? Да, да. С улицы у меня не изолировано, вот как раз оттуда соседи говорят. Из-под окон. Блять, откуда стреляют, мне уже надоело. С ангара стреляют. О, а что такое, блять, восьмерку не видно, откуда стреляют? Еще не видно. Блять. Я в двойку лучше видел. Они перестали стрелять. О, вижу, вижу, ублюдка. Они по мне там попадают? А, что? Ребят, что? Дал одному. Ой, красиво. А что они? А, это третья каска, да, видимо? Ну, там как бы дроп лежал, да. Ну и на таком расстоянии, на самом деле, М24 может дать свой и не убить. Да, ты... На сейрдроп на 300 попадает. На 300... Ты сил тракториста. На 300,5. Да, на 300,5. Ты уж слишком, блядь, знаешь, ты прям просил. Нас кто-то хейтит снизу. Со стороны дропа. Возможно, даже близко, типа. Че мы их так душим? Просто подчекивайте их, посматривайте, и они все равно... Они мне броню снесли, блядь, я сожрать их. Чтоб тупо сожрать их всех. На дропе, точнее. Мистер, у тебя снайпер какая-то? Разъеби, пожалуйста. Да, это фоторужье, блядь, с восьмикраткой. Он только голубей фотографирует. Я ситуацию изучаю. Вот сфотографируй этих голубей, блядь. Они правее, чё? Они дарочку сели. Дайте цветную на них. Ну они за ней все уже. Они спрятались, они там по кому-то другому стреляли. Они уехали, они уехали. Они слева едут. Вон, вижу. Ну нах! Там минус ебак у одного. О, это уже с дропа стреляют, держу в курсе. Не стреляй, пожалуйста. Ребята, там броники есть? Они или... остались в кемпе внизу, в долине. Я понял, они еще по мне стрелять начали. Чувак, от того, что ты быстро жмешь кнопку выстрела, меткость не увеличивается. Держу. Бля, в смысле? Че? Ой, а мне больно. А почему он не умер? От двух попаданий, один из них в голову. Пацаны, я не понимаю. Зеленая метка, ближний лоу-граунд на той стороне. Не, меня откуда-то с дропа хейтят. Вон, кемп на 295. Блять. Не, дискомфорт еще. Ты выстрелишь сегодня, блядь, с своей восьмикратки вообще? Нет. Берегу ее для тебя, чтобы не поцарапалась. Снова пикает. Чувак, бежит на 300. Яр, спаси меня. Чуть правее, да? Он бежит очень далеко, и, наверное, с восьмерки было бы намного, блядь, удобнее в нее стрелять. Да не, херня. Не может быть. Ох, здравствуйте. Говорю, что они не одни такие бегущие. А меня кроют.
Быстро вытекаем, до свидания. Блять, я его закрывал. Забирай восьмерку, уже. Братан. Не до нее уже. Че, эти перестали пикать, что ли, все? Ран, ты взял там все, что нужно? Угу, почти. Еще на восьмерку? Да, взял. Все, дайте мне, бля, пострелять. Куда-нибудь. Там семерок не брал? Мне семерок тебе скинуть. Да, мне надо. Восьмерки только. Скинул. Эти почему-то перестали пикать. Возможно, испугались. Ну, у меня восьмерка появилась, бля. Потом перестали. Бля, почему я бегу сюда? Меня что-то убьют сейчас. Ну, нам надо куда-то спускаться. Ау, да. Четверо. Ух ты, ёб ты масса, нихуя их там. Ебать, они злые вообще, пиздец. Я даже не вижу, куда у меня пыль летит. Ага, нам летит у меня в текстуру перед ней. Да? Да, у меня тоже типа попадает в эту в текстуру. Ну, а поправо как-то обходить, спускаться. Там ЛГ-ка будет. По праву у нас черти. Ну, а у нас и слева черти. Да? Но слева их четверо, а справа мы не знаем сколько. Они, возможно, прошли уже. Подожди, Майк, че я погнал? Это second place. Что, они спрятались? А, давай, да как давай, ты попадаешь-то? Яр, побустились, погнали за Майк. Бля, я не совсем типа. Они на весиком ярче тебя попадают, по-моему. Ничего мне не попадают, что они в жопу. Все ли сломали броник? Давайте черти должны. Сломан был. А куда они реально съебали? Кем какой-то? А что там в чатике ждают? Да все то же, что и 5 лет назад. Цены на хлеб, безработицу. Перед нами Макич, 280. Один спрыгнул. Блять, помочь надо. Там еще сзади один остался. Одного ног. Че здесь слева будет? Здесь слева, слева, здесь слева. Передо мной прямо, передо мной. Третий еблосьон. Дроп падает чувакам, держу в курсе. Это вообще законно? 8-8 микс, Магич. Оказывал? Нету, да? Там еще один труп рядом, Ярч. Право, если пойдешь. Бля, такие тошнотворные были, пиздец. И в итоге что-то они какие-то мягенькие. Право, вправо, Яр. До зоны уже остался. Ааа, неприятно. Тут третий броник, Яр. Броника побитый. Нету. Побитый, побитый, Яр. Понял? Это я пойду возьму. Ну, блять, возьми, сука, пули. Всем без броника как-то грустно. Гроза в трупе, ребят, взяли, да? Не, мне она нахер не нужна. Понял. МКТ взял. Окей. Кто и такой грозу не брать? Так, и чего мы делаем? А дроп не хотим? А может быть мы влево накрутим? Нет, влево не получится. А мы дроп не хотим взять? Который перед нами упал прям. И нам все равно бежать. Ну, вообще-то там те, там те 4 чувака, как бы. Не, ну дальше. Вам на 220 вырваться. Они дальше, они на 240, они, ребят. Там лежат, и... надо их валить. Они на 240, ребят. Ну, она поправо что-то делает. Пробуйте под домами дорогу переезжать, может. Бля, чувак присел. Да как это не хедшот ты, блядь? Как я не попадаю это? Рофлишь что ли? Катаю тебя, мне надо дорогу пересечь хотя бы. А это было просто попадание, да, это не ног? Да, просто попадание.
Бля, братик, я не могу вам помочь, я уже перебежал. У меня полево кто-то над тобой может быть, проб. Не знаю, я вам дым накидаю, наверное. Они нормально проходят, слушай. Как и ты примерно. Ну они просто молчат, я хуй знаю. Макатай в ЛГ может убежать. Я прошел. Он душненько. Че, не золотный дроп? Проб взял АВМ и М24. Да, сука! А, так ты попутал, надо играть. Видимо. Это мета. 4 кстати, сказал. Уже близко эти ребята. Ты серьезно? Че, ты авик не берешь в итоге, проб? А, я понял. Напали меня, пожалуйста. Ребят, три дрожа. Я бы лево посмотрел на вашем месте, типа, очень, очень подозрительно, что вы туда ничего не видели и не шумело никто. Да конец слева, вроде как. Во-во, Ярчик, издалека слева был звук выстрела. Да, я понимаю. Вот. Не открывайтесь под кемп, на 150. Значит, даже на 200 почти. Один ног. Я закручиваю с грозой. Я ёбнутый, я иду ебать. Да, помогите маку по праву. В дым и гранату кинул. О, все, по-моему. Стреляет по нам, сэр. Ну все, скорее всего, четверо в кемпе. Да, в синем домике. На С. Одному каску снял. В синем домике, который... Может, еще соло где-то воин. По идее, у них все открыто. Вряд ли там кто-то выжил бы. Едем в левом домике. Выходят сейчас поднимать. А, вон бой. Он. У Макатая дым. Стреляют, ребят, с поля стреляют. Помогите, пожалуйста. У Макатая синюю метку дал, ребят. Я вижу. Он красный, за стогом сена, вижу его. Двое там. Двое? Его. Один остался. Мак, полетела хаешечка. Ага. Я левее беру, кручу сейчас. Катай под кемп открылся. Ребят, про кемп не забывайте на S. Все, все, в кемпе только двое. Нок одного. Один нок. Второй левее. Последний на зеленой метке. Добил своего. Левое здание, ближайшее сюда, его зона сейчас выдавливать будет. Вышел, да, слева. Слева побежал. Ау. Красавцы. Ау. Это было оттуда? Что там, Кас пришел? Не знаю, пробчик, я не писал. По-моему, он нас кинул.